Всем привет! Короче, сейчас пью кофе. И знаете, вчера я проезжала мимо парка, и там было очень много листьев из деревьев. И я так хочу назад вернуться туда. Во-первых, хочу насобирать листьев. Буду варить борщ. Хочу, короче, сделать венок, сплести на голову такой, знаете. И вообще, насобирать много-много листьев. Они такие все красивые, там есть и зеленые такие, ну вообще красивые. И вот хочется мне насобирать листья. Короче, пофоткаться еще. Ну, на улице не жарко. Ой, кофе вылазит. На улице не жарко, но тем не менее, мне так понравилось в том парке, там такой запах ореховый. Орехово-лиственный, короче. Что меня туда тянет просто. Я вчера остановилась и думаю, блин, не хочу уходить, тут так хорошо. Поэтому сейчас поеду. И есть у меня там кое-какие идеи насчет этих листочков. Буду делать гербариум. Знаете, я вчера ехала на велике, и после тех лекарств что-то с моими мышцами, короче, с тканями. Ну, в общем, я вчера потянула так мышцу выше колена, вот эту вот кравецкую, короче, вроде ж кравецкая называется, если я не ошибаюсь, по-польски. И, короче, она болит. Я вчера, когда стала ехать, почувствовала боль, и такая она потом продолжалась. И теперь при надавливании как будто растянула. Странно, да? Но это все после тех таблеточек прекраснейших, которые что-то там обезболивают в мышцах и в суставах и вообще. Ну, сильные таблетки, несмотря на то, что они дешевые. В общем, хочу листьев насобирать. Я не знаю, наверное, поеду на велике, потому что так будет быстрее. Тем более, что я могу приехать. Там, боже мой, один злотый заплачу, если там до 60 минут, то, короче, один злотый всего лишь. Но лучше же на велике, чем пешком мандровать. Короче, вот такие дела. Конечно, что-то поесть, но есть не хочется. А вообще, мне еще надо купить хлеба. Поэтому на обратном пути я, наверное, заеду туда под магазин, велик поставлю, куплю хлеба и пойду пешком домой. Надо взять с собой сумку побольше для листьев, потому что на улице плести холодно будет, поэтому надо собирать их и принести домой. Во-первых, они пахнут офигительно, будет очень хорошо пахнуть в квартире. Так что вот такие планы. Но на улице дубарище. Я так окно приоткрыла, так дубарь. А ночью я проснулась от того, что мне так жарко. Я вообще, короче, я быстренько окно открыла, и так хорошо, свежий воздух. Потому что у меня батарея под боком. Я же так диван подвинула. И, короче, я начинаю душиться ночью. А потом среди ночи просыпаюсь, открываю окно, и хорошо, короче. И вообще проснулась такая от того, что соседи начали делать уже ремонт в 9 утра. Спасибо, что не всем, конечно. И начали что-то активно толочь в ступке или в стенку долбать. Я не знаю, ну так бум-бум-бум, вот так. Вот так вот, методично. Что-то они расталкивали. Все, они в 9 пораставкали полчаса и все. И целый день спокойный. И, короче, я проснулась такая и так крепко спала, что даже вот, знаете, на подушка мокрая, слюни текут. Иногда, когда крепко спишь, то рот открывается и... Или мордой в подушку тоже слюня. Очень приятно. Ну, подушка все мое стерпит.
Так что нормально, ничего страшного. Завтра собираюсь на рисование. Дорисовывать своего пацана, который уже давно там ждет. А, еще надо не забыть купить масло льняное. Потому что мне тогда художница сказала купить льняное масло. Но я не дослышала, не услышала и не поняла. Я думала, надо купить краски. И, короче, а надо льняное масло, чтобы растушевывать. Потому что масляные краски растушевывают просто маслом. Но надо в этот раз купить, потому что... Потому что, короче, нечем было это растушевывать. Что-то мне квакнуло, что-то пришло. Вот так вот. Так что идем за листьями. Я прям вижу этот... Ну, вообще, конечно, классно было бы венок и там в листьях и фоткаться. Но все равно хочется мне домой насобирать листьев. Вот надо мне листья срочно. Ковер пошью, шторы сделаю из листьев. Буду варить борщ лиственный. Короче, решила проехать одну остановку, так сказать, до следующей станции, потому что лучше пешком ходить. Тут уже до парка рукой подать. Поэтому лучше на спокойнее ходить и не париться. Чтобы ничего не прискажало. Не прискажало. Польско. Русский. Чтобы ничего не мешало. Вот я. После таких походов у меня потом на носу перепонка остается. Смотрите, какое красивое дерево. Офигеть просто. Смотрите, какой цвет, блин. Вообще. Вот это цвета. Я вернулась сюда. Сейчас буду искать, где они бегали, собаки. Не, правда, везде бегали, наверное. Тут собака выгуливает хозяина. Видно. Красота, конечно. Где-то здесь буду сейчас собирать лист. Короче, насобирала целую сумку. Нашла такой классный лист. Красный, такой коричневый. Желтый, непонятный. Вообще такой классный. Буду прямо с дерева его. Он хорошо обрывается, потому что уже падает. Подошла, говорю, можно я немного сорву у тебя? Он говорит, да бери, господи, все равно попадает. Красота. Такие красивые. Собралось несколько сезонов. Лето, осень и весна. В одном картинке. Так, так, так. Что-то мы купили. Вкусняшек купили. Как же без вкусняшек для себя любимой? Конечно же, это яйца. Вкусняшки. Пекинская капуста. Сливка в шоколаде. Люблю эти конфеты. Потом суп печерковый, грибной. Потом лосось солодковый. Это 10-13 злотых. Такой лосось. Хочу его с хлебом наяривать. Потом вот эта намазка. Два хлеба. Ну и все, короче. Вот это у меня на 60 с лишним злотых. Сегодня побаливает голова, но я массирую себя. Массирую мышцу и... Короче, мышцу. Так немного отпустит и снова начинает. Это зажала скотина. Короче, сейчас будем наедаться. Короче, сегодня целый день какая-то прикумаренная. Ну и голова болит. И ничего не помогает. Ну, я, вернее, таблетки не пила.
Но состояние, как будто, я не знаю, какая-то, блин, вообще размазня. Такая странная. Странная размазня. Сонливость или не сонливость, не знаю. Короче, я только что сделала себе контрастный душ. Я мылась горячей водой, потом холодной такой, ну, не сильно. Потом снова горячей, снова такой прохладной, короче. И вроде меня так отпустило, но все равно сейчас такое состояние прикумаренности. Посмотрим, как дальше будет. Ну, вообще, вот так глаза закрыть и... Сейчас померяю еще раз давление. Было ж нормально. Давление отлично, можно в космос. 122 на 76, это как 120 на 80. Я думаю, это просто какие-то сосудистые реакции. И сейчас меня должно нормализировать после этого контрастного душа. Еще у меня немного так как уши, как ощущение подзаложенности. Ну, такое странное, как будто уши немного заложило. И с самого утра. Поэтому, может, это еще. Ну, что-то, короче, непонятно. Непонятно. Но жрать охота. Сейчас в духовке грею там жрачку. После душа так сразу аппетит такой прямо вообще. Хотя я много конфет нажралась. Но все равно хочется что-то еще. Не хочу никакие таблетки пить, потому что, ну, как бы, не факт, что они помогут. И давление в норме. То есть просто, может, какие-то сосуды где-то зажимает. Непонятно. Ну, такое вообще сонливость. Как бы. Ну, так вот бывает. Проснешься и уже что-то там зажало, защемило. И себе массировала. И хренушки оно не хочет. Хочет отпускать. Хочет, аж цокочет. Ничего, все прошло, пройдет и это. Все равно так как-то после душа прикольно. Но нету вот эта бодрость. Какая-то такая. Типа глазки закрывай. Баю-бай. Но во всем теле нормально. Только вот это вот. Тут типа. Я думаю, что это связано что-то с нервной системой. Какая-то хренотень. Не, можно, конечно, лечь спать, но я не хочу. Сейчас я вот этот период этот перегуляю, короче. И потом я не буду хотеть спать. Оно пройдет у меня сейчас. Потому что я сейчас поем. Кстати, варила супы и, представляете, забыла выключить, и он выварился, выпарился. И осталась одна соль. Пришлось выкинуть. Ну, тарелку супа съела. Съела тарелку супа и забыла выключить. И он варился, пока я не слышала запах. Думаю, что-то не то, точно. И, короче, он выварился так, что осталась только соль на дне. Такой вот прикол. Ну, ничего страшного. Не сильно то он был и вкусно. О, уже начинаю приходить в себя. Начинаю меня розета. А то такая после душа напала сонливость вообще. Сейчас-то немного светлеет. Сейчас все пройдет. Тоже так, окно сильно не открываю, потому что холодно. А закрою душно. И так вот это открою, закрою. Листья у нас собирала, короче, наплела тут венков. Пахнет у меня листом осенним. На полу лежат такая гора, как сгребла. Я их прям уже брала вот так охапкой в сумку пихала. Листьев, сплела венок, поставила букет, еще там
целый ворох, завтра что-то сделаю, сегодня уже нет у меня желания из-за этой головы. Сейчас подогреется моя жрачка и будем жрать. И будем просыпаться. Ну, буду, я так подумала, что я буду делать контрастный душ каждый день, утром и вечером, для улучшения сосудов. Я не знаю, каким образом они будут улучшаться. Не сильно я в это углублялась. Ну, мне кажется, что что-то будет там происходить. Меняться. Вообще прикольно просто. Вот такие-то дела. Надо, чтобы массаж кто-то сделал. Кто-то, чтобы помял меня, нужно. Короче, выпила чая уже 3 литра. Ну, в смысле, выпила сначала черного, а потом зеленого. И только бегаю туда, думаю, может, как-то оно там сработает. Не, ну, сначала массаж делала. Тут. Кстати, тут болезненные мышцы. Потом, короче, чай пила. Потом пыталась забить вообще на эту боль. Потом вот это в душ сходила, сейчас еще пожару. Ну и так вот как-то мы с этой болью живем. Но давление после душа вообще стало идеальное, и сердцебиение идеальное после этого контрастного. До того я меряла давление, и было сердцебиение какое-то неровное, какое-то странное. После душа оно как бы стало так тык-тык-тык нормальным. То есть польза есть. Ладно, все, уже, по-моему, подогрелась. Купила себе цветочки такие за 5 злотых. Хризантемки. Мужчина так, бедолашка, замерз, в рукавицах стоял и продавал, потому что сегодня на кладбище люди идут, ну, а кладбище позакрывали. Поэтому, короче, он бедненький замерзал по 5 злотых, те букетики. Мне так захотелось их купить. Ну, и просто мне нравятся они, и вообще. И мне подходило для композиции осенней, для дома. Я не знаю, эти хризантемы, ну, мама всегда выкапывала и их ставила с корнями, и они дезинфицируют воздух. Нельзя в той комнате, где спишь, потому что может голова болеть. Но вообще они лечебный эффект имеют. Они, конечно, тут немножко подтасканы, потому что они долго мерзли, потом они без воды были, сейчас я им воды дала, они сразу свои лепесточки пораскрывали, уже им интереснее стало. Они, конечно, сильно вода заваниваются, надо менять каждый день, потому что может так вонять, как будто сдохло что-то. Но они имеют, мне нравится, какой их запах. И они, как для, на мой взгляд, они мне даже обезболили. Мне так голова сдавливала, и я ехала и нюхала их, и я чувствовала, как они меня вылечивают. Ну, вы же знаете, что если мы во что-то верим, то оно очень хорошо сбывается. Я ехала на рисование, короче, они меня ждали, уже, конечно, подвяли там, но сейчас они уже распускаются, я вижу. Им хорошо тут, что тут окно будет приоткрыто чуть-чуть, и тут прохладней. И вообще красиво просто, в листьях сухих. Листьев много я насобирала, поэтому я решила так сделать такие композиции, понапихать листьев в вазоны. Как раз у меня много вазонов. И очень даже прикольно. Варю суп. И вот здесь вот у меня такая композиция из листочков.
Вообще из этих листочков можно сделать даже одежду. Прикольно. Только надо заморочиться. Лучше все делать с мокрых, когда они только с улицы, а когда они высыхают, то уже потом, конечно, тяжко. Всем привет! Ну, так и живем. Тук-тук-тук-тук. Долбят штукатурку, по-моему. То дрелили, я покричала, перестали, стали. Вернее, дрелили не в том углу, где-то дрелили, я не знаю, где они. А теперь стенку долбут. Уже, кажется, удаляются от меня. Но все равно так приятно вот это вот ихние долбежки. Как они задолбали. Сколько можно ремонтировать? Люди такие интересные, думают, что а вот карантин, сделаю я-ка ремонт. Буду себя по чуть-чуть делать. И начинают каждый день по чуть-чуть долбать, долбать, долбать по мозгам. Короче, в лес идите и там долбите. В деревья. Хочется сказать. Короче, была сегодня на рисовании. Рисовала ангела. Короче, тяжелую выбрала картинку. И вообще так тяжелую, но тем не менее. Что-то рисуем постепенно, пошагово. Все равно интересно. Хоть, конечно, и тяжеловато. Допустим, если то, что не умеешь, то тяжеловато. Хватит, идите уже ужинайте. И отдыхайте, а не долбите вы в субботний день. Я не знаю, короче. Что у людей в голове, чтобы в субботу долбать. Они еще в воскресенье будут долбать, наверное. Суббота – выходной день. Называется «Сделаем ремонт сами». И соседи вешаются. Лучше бы наняли работников, да к тебе пришли какие-то часы, отдолбали, и все, пошли. А если сами, они же будут долго, долго, нудно. Колупать. Вот так вот и живем.